Чуть-чуть ниже по аллее, там очень много каких-то развлекательных активностей у них. Там же чуть-чуть, вот здесь вот, если спуститесь, бараны живые. Не те, которые, да, нас там, ну, кнопками голосуют за законы, а настоящие грузинские бараны, вот, они там правее. Вот, с ними можно пофотографироваться, поговорить, там, если, ну, может быть, у детей есть какие-то философские вопросы, задать им. Вот, не знаю, разрешают ли кормить, мне кажется, что уже все, уже барашки фул. Вот, также мастер-класс по инстафотографии, он, по-моему, еще идет. Также у нас мастер-класс был по грузинской кулинарии, уже закончился, простите. Это лишнее. Так, если хотите, это очень, очень важно. Единственное место в городе, где готовят коктейли на базе боржоми. Ну, то есть, как бы, коктейли с боржоми. Вы пили когда-нибудь такое? Понимаете? Вот откуда это? Как? Все чувствуют и все понимают. Ребята, но я вам скажу так, что... Танцуют все, а? Oh, no.